Один из ярких примеров развития предприятия сельхознаправленности, которое встало на ноги исключительно при поддержке муниципалитета, хозяйство по производству куриных яиц в Юровке. Предприятие основано на территории бывшей молочной фермы. Учредители занимались этим давно из этой области, поэтому они решили тут поставить такое производство. И продукция нашей компании в основном продается в магазинах Анапы, Темрюка, Славянска на Кубани, Крымской и в Краснодаре тоже. И поставляем в основном в пансионаты, санатории Анапского района и других районов Краснодарского края. За год удалось выйти на солидный производственный объем – 15 миллионов яиц. В планах этот показатель увеличить. У нас все автоматизировано, начиная от изготовления кормов, транспортировки, кормления птицы, сортировки и маркировки. У нас очень хорошего качества продукция. Кормовая база также местного производства, потому и яичная продукция из Юровки желанна на кухне любой рачительной хозяйки.